Я хочу сейчас приготовить венский яблочный пирог. Вроде бы пирогов яблочных очень много, но это будет необычный пирог. Тесто у него будет заварное. Вот с теста-то я и начну. Мне понадобится сотейник, даже два. В один сотейник я отмерю себе 60 граммов масла. Масло можно брать любое, в любом случае его топить. Я тут себе взяла больше масла, поэтому убираю лишнее. Отмеряю себе муку. Мне ее понадобится также 60 граммов. Воспользуюсь ложкой. Это заварное тесто для эклеров. Но немножечко по-другому готовится. Вот сразу себе 60 граммов приготовила муки. Мне понадобится 150 миллилитров молока. 150 миллилитров молока. Ваниль. Я воспользуюсь стручком. У меня есть стручковая ваниль. Можно взять ванильный сахар. Можно взять эссенцию ванильную. У меня есть стручковая, она более такая душистая. Когда она свежая-свежая, очень легко режется, а это уже чуть-чуть подсушенная, но качество ее все сохранены. Ой, прям уже пахнет. И вот так вот зернышки я собираю в молоко. Прям каждое зернышко, чтобы у меня попало в молоко. Вот так вот до конца. И даже кину сам весь стручок. Еще больше заберет молоко аромата ванили. И ставлю молоко кипятиться. Включаю плиту. Дальше сотейник с маслом. Также я ставлю на плиту. Начинаю масло прогревать, чтобы оно расплавилось, даже начинало кипеть. Как только масло начнет кипеть, я приготовлю себе лопатку. Я введу туда муку, начну заваривать, и потом уже долью молоко и еще раз проварю. Буквально там 1-2 минутки. Жду, когда растопится все масло. Чтобы это быстрее происходило, можно масло нарезать кусочками. Но если вы никуда не торопитесь, собственно, можно постоять около плиты. Вот. Добавляю. Прям зашипело. Кипит. Завариваю муку в масле. Жду, когда у меня там закипит молоко. Постоянно помешиваю муку. Молоко закипело. Я только выну отсюда стручок ванили. Теперь он уже точно мне не нужен. Вливаю молоко в масло с мукой. И хорошо перемешивая, одну минуточку, буквально одну минуточку, завариваю дальше тесто на плите. Очень надо быть аккуратным. Но сильно у меня так здесь горит. Я даже убираю в стороночку. Могу сделать это на весу. И еще раз продолжить. Надо вот проварить, очень хорошо перемешивая. Выключаю я плиту. Выкладываю заварное тесто. Это еще не тесто, это такой полуфабрикат этого теста. В миску. Теперь мне понадобится 3 желтка.
И белки я отдельно, потому что они мне также понадобятся дальше в тесто, я их в отдельную миску освобождаю. Вот так вот. И последнее. Яйцо. Беру венчик. Ввожу по одному желтку в тесто, хорошо постоянно перемешивая. Каждый желток должен вмешаться в тесто очень хорошо. Все желтки нельзя одновременно добавлять. Надо только по одному. Это очень хорошо делать в миксере насадкой лопатка. Очень хорошо вымешивается, но вот придется поработать венчиком, потому что мне сейчас миксер понадобится для взбивания белков. Освобождаю здесь венчик от теста и чуть-чуть даже промну вилкой. Наверное, так будет мне удобнее вот на данном этапе. Ваниль, настоящая ваниль, вот стручковая, дает невероятный аромат. Вот действительно, если вы хотите, вот, чтобы действительно у вас был такой ваниль, то тогда надо воспользоваться что для крема, что для теста, куда угодно, для выпечки, именно натуральную ваниль. Теперь белки я отправляю в дежун. Чуть-чуть добавляю соли. Сейчас буду взбивать на высоких оборотах, отмерю себе 100 граммов сахара и в три захода я добавлю в белки. Вот так вот. Включаю миксер и в три захода добавляю. Первый. И останется последний, третий заход. Белки сбились. Теперь также за три раза вот все, что у меня здесь получилось. Мои белки сбитые я ввожу в тесто. И первый раз, вот самый первый раз, чтобы тяжелая масса узнала, что такое белок. Белок как бы вводится всегда аккуратно, и легкое вводится в тяжелое, а не наоборот, тяжелое в легкое. Вот для того, чтобы тесто узнало, что такое белок, самый первый раз я могу вот так вот взять венчиков и взбить. Сейчас тесто основное познакомится с белком, и уже остальной белок я буду аккуратно вводить, перемешивая снизу вверх. Хорошо пробью, соберу вот это вот все, потому что это тесто, и оно мне еще надо обязательно. Протру руки. И вот теперь я уже буду аккуратно остальной белок вводить в тесто. Это у меня второй подход к тесту. Хорошо перемешивая, но в то же время достаточно аккуратно это все делаю. Весь мой вот этот белок должен смешаться с тестом, масса должна получиться однородная. Вот, чтобы так не получилось, там где-то желтое тесто, а здесь белый белок, все должно быть однородным. И дальше выкладываю оставшийся белок.
и буду продолжать перемешивать. Легко готовится это тесто. Мне кажется, что легко. Никаких таких сложных заморок с ним нет. Ну, возможно, мне это легко. Я не часто готовила этот пирог, но раза 4, наверное, 5 готовила. И он пользуется огромнейшим успехом. Я подготовила вот такую вот форму. Выложила дно пергаментом, чтобы в дальнейшем мне было удобнее снимать пирог. Уже разогрела духовку до температуры 180 градусов. Это практически такой заварной бисквит. Подобное тесто выпекается уже только в разогретой духовке. Режим конвекция. Выкладываю тесто в форму. Тесто будет в пироге не толсто, вот буквально там какой-то сантиметрик. Большую часть как раз займет, наверное, начинка. И он не будет прям пышным-пышным. Размазываю тесто аккуратно. Сейчас я свою форму отправляю в духовку. Температура 180 градусов, режим конвекция. Ориентировочно 20-25 минут. Но все же через 15 минут я загляну в духовку, посмотрю, что там происходит. А пока мой корж выпекается, я буду заниматься начинкой для этого венского яблочного пирога. Я готовлю венский яблочный пирог. Мое тесто отпекается, я теперь займусь начинкой. Раз пирог яблочный, естественно, в начинке будут яблоки. Я возьму яблоко, воспользуюсь вот такой вот штукой. Сразу освобождает от сердцевины, нарезает на такие дольки. Чистить я яблоки не буду, можете почистить. Я не для всех пирогов чищу яблоки. Иногда чищу, иногда нет. Я считаю, что даже вот в кожуре пектин, у меня тут нож, чтобы вы не подумали, что нож грязный, просто остатки зернышек ванили я не стала счищать, пусть эта ваниль достанется и начинке. Нарезаю на такие вот кубики. Убираю в миску. А для рецепта надо где-то вот 700 грамм яблок, но я не стала там отвешивать именно 700 грамм яблок. Я взяла 5 средних яблок, я думаю, что как раз вот где-то это количество и есть. Чтоб яблоки не потемнели, я воспользуюсь лимонным соком, сбрызну вот так вот, перемешаю. И пусть они постоят в сторонке. Возьму вот такую огромную кастрюлю. Мне понадобится 300 миллилитров яблочного сока. Вот здесь я сделаю небольшую паузу. В классическом исполнении этого пирога яблочный сок требуется натуральный, из натуральных яблок. Но так как это все-таки затратно, не у всех есть соковыжималка, я взяла обыкновенный, но натуральный, без всяких консервантов, яблочный сок. Я отмеряю 300 миллилитров. Отправляю этот сок в большую кастрюлю, ставлю на плиту. Включаю. Так, мне понадобится еще корица по вкусу. Я возьму чайную ложку. Сразу отправлю эту чайную ложку корицы в сок. Пусть вместе кипит. Теперь вот остаток сока здесь, я посмотрю, мне понадобится совсем чуть-чуть.
Потому что по рецепту у меня будет крахмал 50 граммов. Вот крахмал я взвешу в мисочку. 50 граммов крахмала. Вот так вот. Отправляю в этот же холодный сок. Развожу, потому что крахмал разводится только в холодной жидкости. Если в теплой, не дай бог, в горячей, вы сразу его заварите, это будет кисель. Приготовила, пусть стоит. И мне понадобится также в начинку 100 граммов сахара. Но вот здесь опять есть некий нюанс. Если вы используете сок натурального яблока, если оно у вас зеленое, допустим, с кислинкой, то я бы взяла, конечно, как положено, 100 граммов сахара. А так как у меня сок из пакета, и у него же есть сладость, я сахар уменьшу. И возьму всего граммов 60. Я возьму 60. Вот так вот. Вооружусь венчиком. Сразу также отправлю сахар в сок. Жду, когда он у меня прогреется и начнет закипать. А я пока дойду до духовки и посмотрю, что же у меня здесь происходит. А у меня там происходит волшебство, потому что коршун уже такой поднимается. О, чудо! Свершилось! Он закипел! Так, отправляю сюда яблоки в сок. И теперь следом растворенный в соке крахмал. И уже лопаткой перемешаю. Не буду варить до киселя. Мне только надо, чтобы сейчас вот этот сок чуть-чуть посветлеет, потому что крахмал еще не проваренный, и здесь масса такая белая, мутная и некрасивая. Но как только крахмал начнет связываться, он будет светлеть. Все, снимаю с плиты. Еще помешаю немножечко, чтобы дно охладилось, а то получится, что дно постоянно будет дальше завариваться. Выключаю плиту, кастрюлю могу поставить пока сюда, и уже бегу вытаскивать свой корж. Вот, он такой золотистый, поднялся. Но он сейчас чуть-чуть опустится, потому что он не будет, я повторюсь, этот пирог не будет прям пышный-пышный, как дрожжевой. Теперь выкладываю яблоки на это тесто. Также равномерно по коржу распределяю яблоки. Чем мне еще нравится этот пирог? Минимум теста, максимум начинки. Отставляю в сторонку пока и приготовлю быстро-быстро штрейзель. Мне понадобится мука 60 граммов, 60 граммов масла, 60 граммов муки, 60 граммов масла и 60 граммов сахара. Все это быстро-быстро перетираю в такую крошечку. Чем масло, вот в данном случае, холоднее, тем лучше для штрейзеля. Еще у меня есть немножечко миндальных лепестков. Это опция. Если у вас нет миндальных лепестков, не надо их сыпать. Хотя в рецепте, в классическом, они есть. И теперь вот эту крошку мне надо поверх начинки высыпать на венский яблочный пирог. И отправляю
этот пирог в духовку не на определенное какое-то время, а просто, чтобы у меня штрезель как бы золотился, такой не сгорел, а вот просто в легкую золотинку превратился. И я думаю, что у меня нет, уже подостыл противень, я поэтому могу воспользоваться. Также оставляю температуру 180 градусов. Ставлю противень в духовку и только наблюдаю. Ну, через минут 5 я подойду, и если еще не будет готово, я еще ему дам пару минут. И потом мы с вами встретимся. Я готовила венский яблочный пирог. Он у меня уже окончательно готов. Штрезель получил такую легкую золотинку. Зажаривать не надо. Чуть-чуть он даже подостыл, у меня совсем немножечко. Я сейчас отрежу большой кусок. Желательно его уже резать, когда он совсем остынет, совсем-совсем. Потому что в начинке есть крахмал, и он холодным, когда остынет полностью пирог, станет холодным, он совсем станет стабильным, начинка, и будет здорово. Я вот так вот отрезаю. Он очень нежный. Как я и говорила, он не пышный. Очень тонкое, нежное заварное тесто, обильное, крупная начинка и легкий такой хрустящий штрезель, что придает этому пирогу особую еще изюминку. Готовьте только с хорошим настроением. У вас обязательно все получится. Я гарантирую.